На 26 новоселов в Караганде стало больше. В День независимости ключи от благоустроенных квартир получили участники программы «Занятость-2020». Государственная программа позволила им не только обзавестись собственным жильем, но и трудоустроиться в областном центре. Поздравил новоселов аким города Мейрам Смагулов. Сегодня у участников программы «Занятость-2020» двойной праздник. Отмечать День независимости Республики Казахстан они будут уже в новых квартирах. Участники программы обучились новой специальности, трудоустроились, а главное, стали обладателями собственного жилья от государства. Глава города вручил 26 семьям ключи от благоустроенных квартир в 14 микрорайоне и поздравил общественность с Днем независимости. Реализация государственных программ, направленных на модернизацию страны, свой значительный вклад вносят жители нашего города. Высокой оценкой общей работы карагандинцев и показателем особого доверия стал визит лидера нации в день знаменательного праздника Дня первого президента. В своем выступлении перед общественностью региона глава государства особо отметил трудолюбие карагандинцев и успешное выполнение ими масштабных социально-экономических задач. Нужно отметить, что программа занятости в нашем городе реализуется активно. Только в этом году завершили обучение 119 человек, 93 из них трудоустроены. Еще 50 участников программы продолжают осваивать новые востребованные специальности. Татьяна Базилбекова среди тех, кто получил не только новую работу, но и ключи от квартиры. Парикмахер по специальности уже в ближайшие дни будет заселяться в новую жилплощадь. Я, получается, пошла учиться, обучилась на два месяца на парикмахера. Потом мне подсказали, что есть такая программа. Ну вот по этой программе 2020 мы можем получить квартиру. У меня трое детей, ну, мужа нет. Я, получается, отдала документы, стала на очередь, и буквально через месяц мне позвонили. Спасибо государству, что есть такая программа.